начали плей-офф с поражением. Хоккейный клуб «Югра» на своем льду уступил казахстанской команде «Сары-Арка». По итогам регулярного чемпионата ханты-мансийцы финишировали седьмыми, их соперник на 10-й строчке. Но разница в итоговой классификации не помешала гостям выиграть в столице нашего региона. Хоккеисты «Сары-Арки» первыми открыли счет, пропустив во втором периоде, сумели вновь выйти в лидеры. Развязка наступила под занавес встречи. На 55-й минуте «Югра» забивает в большинстве 2-2. Но за 38 секунд до сирены казахстанские спортсмены вырывают победу. Вторая игра серии состоится сегодня, 1 марта. Хорошая игра, плотная, боевая. Никто уступает, много стыков, много жесткой борьбы, равный матч. Как все нам где-то повезло, забили этот нужный гол победный. Серия только началась.